Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды, и давайте забирать с вами ежедневные награды. Здесь за 2 звезды, а здесь за 3, я не понимаю, как такое могло получиться, я вроде бы все собирал, но в принципе я не против, раз нам выпало, так хорошо. Давайте сразу же открывать с вами колоду и смотреть, что нам здесь выпадет. Так, мутаген, настольная игра, пицца, сюрикены и, да, 5 долларов. Нам здесь ничего не досталось из карточки. Хорошо, давай посмотрим здесь. Пицца, так, мутаген. Ну, кто там у нас? Кто у нас? Ой, Рафик. Ну, Рафик у нас уже, ребята, полностью прокачанный. Поэтому эти карточки я не особо жалую. Ну, естественно, мы с вами их сплавим. Так, что у нас здесь? Серебряные осколки, всего 2 штуки. Ага, 4 телепорта, 6 долларов и мутаген. Ну, вроде бы как и все. Будем теперь делать, ребят, с вами задание. Так, поднимите уровень персонажа. Вперед и с песней. Ах, да, ребята. Вот, специально для вас держал. Я сейчас буду открывать Рафаэля ролевой. Не знаю, ребята, я им ни разу не играл. Даже не могу сказать, что он на себе за мешок надел, елки-палки, а, в конце-то концов. Ну ладно, шлем, я еще понимаю, ну вот эта вот мешковина, якобы броня. Ой, так, у него, значит, что? Критический удар. Рафаэлю выпадает 20, что? Что 20? Рафаэлю выпадает 20, и он наносит критический удар врагу. Вероятность 25% снизить фокус врага на 25%. Ну вот что выпадает 20, я так и не понял. Так, и... подожди-ка. Мы с вами критический удар, это вот этот вот. А это у нас дробящий тесак. Рафаэль бьет по врагу своим варварским топором. Вероятность 10% уменьшить скорость на 50% в течение одного хода. Шанс выше на 50%, если персонаж класса хитрость. Ага, ну я понял. Против хитрости у него на 50% шанс выше сыграть. Опа! Нормульток. Ладушки, ребята, но тем не менее у меня появился новый герой. Так, давай-ка мы здесь с вами карточку Рафа одну распылим. Опа, в небытие ее отправили. Так, мутагена у меня хватает, поэтому давайте уровень персонажа будем поднимать, наверное. Давайте Крису поднимем. А ну-ка. Вот так-то оно будет хорошо. Естественно, делаем завершение задания. Так, дальше у нас там будет пройдите серию испытаний. Кстати, ребят, прошу прощения за мой голос, если кому-то кажется, что он какой-то странный. Да, я болею, у меня заложен нос, как говорится, болит горло, поэтому, скорее всего, это и дает эффект другого голоса. Так, ладно, здесь мы пропускаем. И проходим, естественно, на одном дыхании. Ой, маузеры. Так, сейчас мы их по-быстренькому разбомбим. Так, ну давай, опа. Так, меткость понизили, уже хорошо. Да даже не тявкой. Так, давайте защиту поставим. Ой, зачем? У меня же здесь будет 2 волны, ребят. А, ладно, в принципе. Шелуха это, всех разбомбим здесь сейчас. Так, наказываем. Молодец, Лео. Так, теперь Рафик. Не добил, к сожалению, но это ерунда, ребят. Сейчас все будет на мази. Хорош тявкать, я уже говорю. Так, готово и... опа, отлично. Двигаемся дальше, ребят, последняя волна у нас. Погоди-ка, а что я взял? А, нет, все нормуль. Все нормуль, ребята, у меня там откат стоял, поэтому все зашибись. Так, давай-ка мы этого накроем. Так, ну что, Рокстеди сейчас, я думаю, упадет у нас. Ну, естественно. Так что Маус и Бибоп для нас это, в принципе, не проблема. Главное, чтобы у меня, блин, Рокзар не упал. Елки-палки, опять я про него забыл, давайте подхилимся. Вот так оно будет лучше. И бомбим. Так, что там такое у нас? Ну, ё-моё, подхиляли его, да, значит? Хорошо, будем заново его разбирать. Да успокойся ты уже. Оу! Не-не-не-не, так не пойдет, так не пойдет. Давай-ка быстренько его разберем. Да что ж такое-то? Давай вот так попробуем, ребят. Отлично, и Маузер Эть! Черт бы тебя побрал, а! Маузер хренов, из-под тишка просто-напросто. Блин, я ему понизил, блин, скорость, он все равно взял и тяпнул, блин, Рокзара. Да и ладно, в принципе, ребята, прошли и прошли. Здесь не актуально на 3 звезды проходить. Главное выполнить это задание. Так, забираем. И теперь у нас бои пошли. А бои у нас, вы прекрасно знаете, мы будем с вами опять же собирать. Давайте найдем
зэка. Карточки две, может быть, одну. Так, одна есть. Давай вторую. Давай вторую мне карточку. Во, молодец, спасибо. А третью карточку никогда ребята не дают. Практически. Это было не исключением. Ну что же, и теперь, естественно, на Лео. Лео у нас скоро, ребята, с вами возмужает, так сказать. Так, одна есть. Продолжаем поиск. Вот она и вторая. Давай третью. По справедливости, что было. Нет, не дают. Как специально, ребят. Ладно, еще есть у нас время. Опять не дали. Только две карточки мы пока нашли. Да что ты будешь делать? Давай, говорю, карточку гони, а. Ну, так, хорошо. Уже лучше. Погнали далее. Так, вот и еще одна. Там и телепорт как раз мы с вами бесплатный получили. Вот, вот что и требовалось доказать. Ну, давайте последний раз, наверное. И хрен там тебе. Ну, главное, что, ребят, задание мы выполнили. Все, я забираю реварды. Хоп, хоп и хоп. Опять нам достается карточка Рафа. Мы ее разберем. Так, и, естественно, я... Ах, тут можно вот, ребята, что. Давайте-ка мы с вами портальчики-то соберем обязательно. Так, здесь у нас... Ну, понятно, в общем. Железная голова. Здесь, естественно, сразу ставим на автобой. Мои ребята его порвут в первых двух раундах, а потом уже все. Так, бум, упал. Отлично. Порталы, как говорится, никогда не будут лишними нам. Они всегда пригодятся, чтобы мы могли с вами зарабатывать на халяву карточки. Так, три портальчика у нас есть. И следующий дает нам 4. В общей сложности 7 будет. Ну, считайте, хорошо. 7 раз мы можем какой-нибудь бой с вами пропустить бесплатно. Так, давай, поехали. Ну что ты там жжешь с этой своей фигнюлькой? Она тебе не поможет. Отлично. Так, давай-ка еще Крисом. Крис мало пробил. Ну-ка, Рокзар. Нет, Рокзар вообще здесь вата, поэтому... Блин. Ладно, пора наказывать. Пора наказывать голову эту железную. Ну-ка, ногтями. Опа, постепенный урон. Но он даже его не почувствовал. В то же время он промахивается, и поэтому он за это, ребята, как говорится, поплатился головой. Ну что же, победа. Попробуем, наверное, третий бой. Не знаю, что у нас из этого получится. Ну, чувствую, ничего хорошего точно не будет. А все-таки рискнем. И 60 уровня он у нас. Поехали. Просто почему-то они вот на 60 уровне по два раза ходят. Мои герои по одному, а он два раза успевает почему-то сходить. Не знаю, с чем это связано. Вот смотрите, что сейчас будет. Опа! Обалдеть просто, да? Ну, давай попробуем его замедлить. Я не уверен, что получится. Нет, прокатило, ребят, прокатило. Если я, предположим, даже вот так вот сделаю защиту, это хоть как-то спасет? Так, ну-ка. Ты смотри, даже Рокзар повесил постепенный урон на него. Так, хорошо. Попробуем, значит, вот так сделать. Ай-яй-яй. Ну-ка, давай-ка с вертушки. Ну что, пол хп отняли. Блин, вот ему бы еще меткость, ребята, понизить. Ай, сейчас у меня, скорее всего, ребята. Угу. Зэк погибнет. Так и есть, ребят. Упал, родной мой. Нет, Крис один здесь не справится. Урон вообще никакой. Не знаю, не знаю, как его валить. Именно вот на третьем бою. Уже вроде бы и герой 60 уровня. И все равно выкручивается, гад. Так, ладно. С порталами мы закончили. Теперь идем на арену. Арена наше все. Опять я до двух звезд упал, ребята. Блин, да что ж такое-то, а? Быстро как-то опрокидывают. Ну, давайте вот начнем вот с этих вот. Так, тут у нас 39 и 42 уровень. Значит, мы с вами идем вот сюда. Начнем вот с этих ребят. Я думаю, что они должны здесь справиться. Но опять же, они не прокачаны. Так, в первую очередь нам нужно здесь, знаете, кого убрать? Да-да-да, именно Бакстера. Так, попробуем сделать вот так для начала. Удар Майки. Так, атаку мы понизили двум. Это Карайки и Кирби. А вот теперь нам нужно, я вот не знаю, ну, если мы успеем, ребят, конечно же, завалить, это будет очень хорошо. А если нет, то Кирби его отхилит. И это считает, что мы его бомбим, будет зря сделано. А он уже отхиливает. Ай-яй-яй.
полностью причем отхилил. Но теперь за это время, ребят, я его могу... Во, давайте так сделаем. Вообще шикарно. И бросаем бумеранги. Так, он готов. Ну а теперь, ребят, уже не важно кого, без разницы. Ну что ты свой иммунитет вешаешь? Он тебе здесь все равно не пригодится. Так, давай-ка мы расстреливать. Вот так. Карайка, как ты слабенько бьешь, а? Елки-палки. Готово. Кирби, что там делать? А, орет. Меткость мне понизил. Хорошо, а мы вот тогда вот так вот сделаем с вами. Маузеров направим. И осталась лишь только одна черепашка. Это у нас Майки. Он получает... Оп, с бластера. Готов. Вообще великолепно, ребята. Так, это мы на какой позиции с вами были? Сейчас посмотрим, куда мы с вами поднимемся. Оу, 43-я. Нифига, как они лихо. Так, давайте, ребята, 25-я уже позиция. Я думаю, что мы еще с вами пару боев сделаем. И выберем мы с вами... а кого взять-то нам? Давайте вот этих вот ребят, наверное, да, возьмем? Так, отлично. 45-й, 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 45-й и 45-й. Вот так вот пойдем. Но здесь будет посложнее, потому что там 42-й уровни. Кто здесь у нас самый такой? Гекка, да, он может их сразу, короче, всех пробафать. Поэтому нужно его, наверное, ликвидировать. Вот нафиг я так сделал? Надо было массовым ударом делать, ё-моё. Хорошо, попробуем теперь бибопом. Не успели. Так, ну-ка. Да чтоб тебя, а! Во, Шреддер нас всех спасет. Замечательно. Ну все, ребят, теперь уже можно... Я даже не знаю. Ну давайте морозилку валить, потому что любого, кого мы будем с вами бить, он все равно отхилит, рано или поздно. Вот Макман Топотун меня нервирует здесь. Так, хорошо. Она тоже массовыми. И давай добьем, нет? Не добили, к сожалению. Ну-ка, Паукус. Отлично, все хорошо. Так, давайте делать массовый отхил от Шреддера. И будем наказывать... Давайте Карайку, наверное, да. Ага, замечательно. И добьем ее, наверное. Нет? Ну, Эйприл. Ну, Эйприл, а. Что ж ты будешь с тобой делать? Так, ладно, хорошо, ребята. Теперь надо... Оу. Критично, ребята. Очень критично. По-моему, сейчас у меня Бибоп упадет. Так, отлично. Ну... Как говорится, маленький шанс, но есть... А, вот, все, ребят, теперь все на мази. Мы отхилились, теперь нам ничего не страшно. Хотя у него есть такой удар поганый. С размаху. Ну, он пошел в инвиз, и поэтому, ребята, ему край здесь будет. Зачем он это сделал, я не понимаю. Он все равно один остался. Нелепый, конечно, сделал он выбор. Но и поплатился за это. Ладно, ребята, мы с вами двигаемся дальше. 920 мутагена получаем. И на какую позицию? Давай 15-ю. О, даже на 7-ю. Вот это хорошо, ребята. Значит, я обратно сегодня вернусь к 3 звездам. Это стопудово. Так, кого выберем? Кого выберем? Такой, знаете... Я даже не знаю. Вот давайте вот, вот здесь. Вот здесь 3 звезды. Как раз тут еще и 18 кубков, да, ребят? Это как раз для нас. И выбирать нам придется вот из моих последних героев. Так, так, и вот так вот. Все, ребят, здесь, грубо скажем, край. Крышка просто-напросто. Просто я сейчас делаю свою комбинацию, которую я всегда ее делаю по стандарту. И весь этот отрядик у нас упадет. Ну, в последнее время, да, я делаю Крисом вот так вот. Ставлю на защиту. Так, что-то комбинация у меня немножко сбилась. И что же нам делать-то? А, в принципе, никакой разницы нет. Любого уже можно валить. Хоть усиляйся, хоть не усиляйся, тебя это не спасет. Майки, елки-палки, насмешил меня. Ха-ха, получил от Рафа. Звездюлей, да что ты там? Оу, а вот это опасно, ребята. Один удар в тигра, да, и все. И у него почти здоровья не осталось. Да что за бред? Отличненько, здесь мы с вами выиграли. Так, я думаю, что есть смысл откатить вот этими вот штучками бои и еще сделать поединочек. Ну, давай, 3 звезды. Вот, это уже замечательно. 90-я позиция. Естественно, ребята, мы сразу же с вами еще попробуем сыграть один бой. Смотрим здесь. Так, ну, уже у всех по 3, как говорится, звезды. Не имеет смысла. Давай вот так. Так, так, так. И вот так. Поехали, ребят. Хе-хе-хе, такая фотка. Так, ладушки.
Давайте замедлим, ребят. Ну, не всех, к сожалению. Так, что же нам... Да, мы можем, в принципе, и вот так сделать. Нам даже защита здесь не нужна, ребят. По большому-то счету. Хопа. Лео готов. Тут у нас что? Донни упал. Давайте вот сейчас мы с вами Криса положим. Ну, в принципе, и все, ребят. У него даже постепенный урон не прокатил. Но зато мой Рафик его накатил. Давай. Все, ребят. Легко и просто. На одном дыхании. Просто-напросто всех тут завалили. Замечательно. Вот хотелось бы, конечно, мне еще по сюжеточке прогуляться. Но, знаете прекрасно, что это полная борода. Так, 75-я позиция. Так, у меня всего 2, да, не хватит, ребята. А что мы можем? Блин, испытания у нас все те же, все старые. Где мы с вами просто-напросто не сможем пройти. Хотя, подожди. 45-й уровень, а почему мы не можем? Подожди-ка, я что, здесь разве не был? Да нет, это, здесь я был. Вот мне что нужно-то, елки-палки. Да, здесь нам не судьба, наверное, пройти. 65-й уровень. Но зато мы можем с вами получить... А что мы можем с вами получить? Звездюлей. Опа, эксперт, вот что надо играть-то, елки-палки. Против Усаги. Две карточки. Отлично, ребята. Так, я готов. Да ладно, да вы издеваетесь, блин. Ну хорошо, я надеюсь, первого-то мы сможем победить. О, как тут все запущено, ребята. Я думал, что сейчас мне дадут нормальных ребят. Дали. Ну и как я тут сейчас буду с ними драться, ума не приложу. Слушай, кролик, ты задолбал. Смотри, что он делает, ребят. Естественно, грибы под халимы, как же без этого? Ой, по-моему, я здесь даже не смогу пройти. Ну, предположим, я попаду хоть в гриб-то в этот. Попал. Ну-ка, давай-ка, бибопчик. Понятно все, ребят. Тут комментарии просто излишние вообще. Ох. Да, сейчас Усаги будет делать свои суперудары. И просто нам здесь кранты. Сейчас он и Карайку положит. Да. Я просто не думал, что так. Я думал, хотя бы одного 60 уровня мне дадут персонажа. Дали каких-то лопухов, а. Но он тоже промахивается, смотрите. Ладно, попытаем счастье. И минус гриб. Опа, еще минус гриб. Сейчас будет лютовать. Вот и началось счастье. Ё-моё. Да. Оу, еще и второй расходит. Еще и третий, нормуль. Замечательно, Карай, все, нам здесь с тобой не выкрутиться, как бы мы этого не хотели. Ну, я считаю, ребята, это нечестно, блин, это нечестно. У меня такие фуфловые персонажи, и выпал именно... Выдали мне... Так, а что это такое у нас? Блин, платиновое. Тут, ребят, вообще мне ни за что не пройти. 70-й уровень, 5 звезд золотых. Хреново, вот что я вам скажу. Что я могу еще сделать? Да, по-моему, больше ничего пока. Да у нас с вами даже и пиццы-то мало осталось, 36 всего. Ладно, ребят, давайте, знаете, как мы потратим? На поиски... Во, железной головы. Поехали. Не получилось. Так, давай здесь. Ага, одну нашли и, по-моему... Да, ребята. Еще один разок и все. И она выпадает нам. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи.